сейчас все это быстрее происходит, если есть погода. Все это стараются убрать чуть ли не моментально. Техника производительная, опять же, это деньги. Деньги не чьи-нибудь, а твои. Твой заработок, твой доход. Поэтому никто тут не мешкает сейчас. Попробуем мы сейчас подъехать поближе, с ребятами поговорить. Надеюсь, мы им сильно не помешаем. Вот комбайн уходит.